успешно завершил задание пятого года семилетки «Трест Новгород-Лес», дав сверхплана 124 тысячи кубометров древесины. Мы побывали в передовом Пейском леспромхозе. Семилетку его коллектив выполнил в 5 лет. Таков итог самоотверженной работы лесозаготовителей. Четкая организация труда повысила его производительность в 1,5 раза. Выполнив семилетку на 2 года раньше срока, лесозаготовители уже отправили народному хозяйству страны 17 тысяч кубических метров древесины сверх плана.